освещение. А начну я с эпиграфа. Эпиграф – это стихотворение родящего, написанное по пути в ссылку. Ты хочешь знать, кто я, куда я еду? Я тот же, что и был, и буду весь свой век. Ни скот, ни дерево, ни раб, но человек. Дорогу проложить, где не бывало, свету. Для борзых смельчаков и в письмах, и в стихах, чувствительным сердцам и истине. Я в страх, в острог, немский еду. А теперь мой диалог. Могильная плита, но за нее хотя бы классно. И я заглядывала все ж, и между душами беседу я записала. Миф, я 10 лет иду по следу, их было 1000 страниц. Они не знали середины, они не ведали границ, не умали картины. Они вели, конечно, в ад, знак повторяя многократно, но, наступая наугад, оплакивали путь обратно. Бывает странное бессилие, не так, что не рожать ресниц, а чтоб шагать тысячи миль шагов по шпалам половить, беззащитно обнаружу усмешки, дрожь, румянца мрак, на завтра шаг. Через распахнутый овраг и триумфально входит в ними с ноги в кокон, срывая со звоном полновесных гривен, со стоном невесомых пуль. Ко мне пришло веселье это перечеркнуть мое былье. Балкончен, подана карета, и я приветствую ее. И оказались так просты семикруговые ворота, оскаленный блокпосты и ям гниющая всего-то. Равно там, за чертой, до середины, как до края, пол книги зреет под плитой. Да, половина. Вторая. И это мое посвящение. Это мой диалог. Спасибо.